Шалом, возлюбленные! Мир всем вам из Индонезии! Мы в программе «Время для исцеления» продолжаем молиться о том, чтобы эта программа благословила и восстановила каждого из вас. А теперь давайте принимать благословение через хвалу и поклонение нашему Господу. Возлюбленные, давайте послушаем особенное послание из Слова Божьего, которое подготовил пастор Ника. Пусть Слово Божие направляет нас и приносит мир в нашу жизнь. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku,
mujizat masih ada bagimu. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagimu. Sekali lagi katakan. Mujizat masih ada bagiku. Варцимей, слепой попрошайка из Иерихона, услышал об Иисусе, о том, что Иисус исцелял больных, совершал множество чудес и заботился о бедных. Варцимей поверил, что Иисус сможет исцелить его, хотя это было невозможно человеку. Когда Иисус проходил через Иерихон, было много шума, потому что за Иисусом следовала большая толпа. Варцимей спросил человека, стоящего рядом, «Что происходит?» «Иисус проходит мимо». Варцимей очень ждал этого момента, потому что хотел встретиться с Иисусом. Он закричал, «Иисус, Сын Давидов, смилуйся надо мною! Сын Давидов, смилуйся надо мною!» Его крик мешал окружающим, и люди велели ему молчать, но он кричал еще сильнее. Очевидно, что Варцимей кричал так громко, потому что он верил, что Иисус хотел и мог исцелить его. «Иисус, Сын Давидов, смилуйся надо мною, смилуйся!» Его крик остановил Иисуса. Иисус попытался увидеть, откуда исходит голос, и сказал, «Приведите его ко мне». И теперь люди, которые раньше закрывали ему рот, этому бедному Варцимею говорили, «Не бойся, иди, он зовет тебя». Варцимей поднялся на ноги и осторожно подошел к Иисусу. Тогда Иисус спросил у этого человека, «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» И Варцимей ответил, «Учитель, я хочу прозреть, хочу видеть ясно». Иисус сказал ему, «Иди, твоя вера исцелила тебя». И внезапно Варцимей получил зрение и смог видеть то, что Иисус сделал для Варцимея. Было необычным чудом. Это мог сделать только Господь Иисус. Поэтому мы должны доверять Ему всегда. Kau jamin,
ключ к исцелению Варцимея. Это его вера в то, что Иисус может и хочет исцелить его. Первое, что он сделал, когда подошел к Иисусу, снял свою одежду. Это означает, что он был полон решимости оставить позади свою старую жизнь. Затем он, запинаясь, пошел к Господу Иисусу Христу. Он был слепым, и поэтому ему было нелегко идти к Иисусу. Но он был полон решимости и желания встретиться с Иисусом. То же касается и нас. Если мы хотим быть исцелены, то главное условие для этого — это вера. Вера в Иисуса. В то, что Он хочет и может исцелить вас. А во-вторых, вы должны решиться и оставить позади себя старый образ жизни. Это значит, что вы должны покаяться во всех своих грехах, которые вы совершили. Ну и в-третьих, вы должны прийти к Иисусу. Хотя на пути к Иисусу есть много преград и препятствий, вы должны быть полны решимости, чтобы встретиться с Ним. Я верю, если вы сделаете это, то также переживете необычное чудо, как и Варцимей. Аллилуйя! Я хочу засвидетельствовать о служении исцеления, которое дал мне Господь. 8 августа 2006 года я провел первое служение исцеления в Бандунге. Честно говоря, я нервничал, потому что это было в первый раз. Вечером накануне собрания исцеления я спросил у Господа, о чем мне проповедовать? И около 3 часов ночи Господь сказал мне только: «Варцимей, Варцимей!» Когда пришло время, я вошел в зал и был очень удивлен, напуган и взволнован, потому что туда пришло очень много больных. Я увидел так много инвалидных кресел, и, к моему удивлению, там также были больничные койки. Собрание началось с молитвы, хвалы и поклонения. Когда подошла моя очередь выходить на сцену и проповедовать, я вдруг не знал, что мне сказать. Затем Господь напомнил мне то, что Он сказал мне в 3 часа ночи. «Варцимей». Я проповедовал только о Варцимее. Это заняло всего 5 или 6 минут. Это было самое короткое послание, которое когда-либо проповедовал в жизни. После этого Господь сказал мне попросить людей выйти вперед для молитвы. После того, как больные вышли вперед и приняли эту молитву, Бог внезапно сказал мне спросить людей, кто из них был исцелен. Меня это очень удивило. Такое повеление было в новинку для меня. Я запаниковал и сказал то, что не стоит говорить Господу. «Господь, а что, если никто не исцелился?» Но я сразу же осознал, что я не прав. Я покаялся и изменил свои слова. «Бог, а если исцелились всего 3 человека, это уже очень хорошо. Имя Божие
будет прославлена». Но что произошло? Оказалось, я пережил то, что описано в первом послании к Коринфянам 2 главе 9 стихе. «Не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его. Я увидел, что исцеление получили многие люди. Слепые видят, хромые ходят, глухие слышат. Когда я это увидел, то склонился на кафедру и заплакал». До этого дня Бог постоянно напоминает мне, что Он тот, кто исцеляет, восстанавливает и творит необычные чудеса. После этого собрания Господь сказал мне идти в те города, куда Он мне скажет. «Как только придешь в город, собери церковь всех служителей этого города и попроси их привести бедных и больных, у которых нет надежды, и тогда я исцелю их». Слава Богу! До августа этого года, то есть за 12 лет, я провел 300 собраний исцеления, а 300-е собрание прошло по Божьему благоволению в Канди, Барабудур. Я видел тысячи людей, исцеленных Господом. Они исцелялись на поле, исцелялись дома, по пути домой или смотря нашу телепрограмму. Так что чудеса, которые Иисус творил 2000 лет тому назад, продолжают происходить и сегодня. Они будут происходить и завтра, потому что Господь не изменился. Я хочу помолиться за вас. Кто из вас нуждается в исцелении, поднимите руки. Я хочу помолиться за вас. Господь, Ты видишь эти руки, они нуждаются в исцелении, в телесном или душевном, или избавлении от тяжелого угнетения. Они напуганы, сбиты с толку и не знают, что им делать. Возможно, больны их взаимоотношения в семье, больны отношения между мужем и женой или родителями и детьми. Возможно, проблема с их экономическим или финансовым положением. Ответь им. Коснись их. Дай им исцеление прямо сейчас. Поэтому я приказываю, будьте исцелены сейчас. Во имя Иисуса будьте восстановлены. Аминь. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Kami percaya tiada yang mustahil dan tiada yang
lebih dahsyat lagi yang percaya. Sorakan haleluya. Мы прославили, поклонились и послушали Слово Божие. И в благодарность Богу за спасение, которое мы получили в Иисусе Христе, давайте продолжим жить свято и угождать Богу. Это приятно Его сердцу. С вами сегодня был Билли. Увидимся через неделю. Нянькан сама-сама сая. Иисус, аку пертая. Иисус, аку пертая. Иисус. Aku percaya, oh Yesus, aku percaya, kau pulihkan segan mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, oh Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, kau pulihkan segan mujizat di dalam hidupku. Lambai katakan saudara katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah haleluya. Terpujilah haleluya. Terpujilah Tuhan yang pria dengan keras katakan haleluya. Ya wanita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus. Yesus. Aku percaya Yesus, aku percaya Yesus, aku percaya Yesus, aku percaya kau pulihkan segan mujizat. Boleh tepuk tangannya ikuti saya sama-sama. Yesus, Yesus, aku percaya Yesus, aku percaya Yesus, aku percaya Yesus. Percaya, kau pulihkan semua mujizat dalam hidupku. Sama-sama, haleluya. Haleluya. Terpujilah haleluya. Terpujilah haleluya.